Добрый день, друзья мои! Вы на канале Светлана Тинсон «Жизнь в соснах». Я всех вас поздравляю сегодня с большим праздником, очень хорошим, очень вкусным яблочным спасом. Посмотрим на мои яблоки. Урожай яблок у нас хороший. До земли ветки, ветки до земли. Яблочный спас – это уже второй спас. Всего в августе три спаса. 14-го медовый – начало Успенского поста. Затем вот сегодня 19-е яблочный и 29-го ореховый. Ну, на самом деле он хлебный, потому что на Руси в это время заканчивали уборку хлебов, пекли каравай из муки нового помола, и вся семья разделяла эту трапезу. Ну, а сегодня православные верующие отмечают большой религиозный праздник Преображения Господня. Спас – это Иисус Христос, Спаситель. Отсюда вот эти спасы. До яблочного спаса, по поверью, яблоки не хранятся и не лежат. И только после 14-го можно рвать яблоки. Они уже обладают магической силой. Все фрукты начинают обладать магической силой. Вот. Вот такой вот. Вот такой вот праздник. В этот день очень хорошо в церквях молиться за детей. И обязательно нужно испечь яблочный пирог. Ну, шарлотку хотя бы. Шарлотку можно испечь вместе с детьми. Это самый, наверное, простой пирог. Пусть ваш дом наполнится ароматом яблок, ароматом яблочного пирога. Вот эти яблочки, они уже, видите, падают, ранние яблоки. Лето у нас в этом году удалось, поэтому можно собрать и испечь шарлотку. Еще раз, дорогие друзья, всех вас с этим замечательным, сладким, вкусным праздником. Будьте здоровы, всего вам хорошего, до новых встреч!